Здравствуйте! Доброе утро! И как обычно, 8.10 на ТНВ, каждый новый день встречаем с вами мы, Влад Портнов и Светлана Звонарева. Рады приветствовать вас этим утром, 8 мая. Сегодня канун великого праздника, Дня Победы. В этой программе мы поговорим о грядущем праздновании, о здоровье и семейных ценностях. А также будет много полезных советов на каждый день. Мы начинаем! Каким маршрутом пройдет в этом году бессмертный полк? Приятного аппетита! Простой рецепт к вашему столу. Акция «Бессмертный полк» вот уже который год проходит не только в городах нашей страны. К ней присоединяются и другие страны. Денвер, Стамбул, Амстердам, Стокгольм, Анкара, Женева, Йоханнесбург, Лиссабон, Сан-Франциско и Вашингтон. Вот только малый перечень городов, где уже прошла эта акция. Казань, как и сотни российских городов, только готовится к маршу. Завтра, в День Победы, миллионы наших соотечественников отдадут дань памяти героям Великой Отечественной войны. Наш канал будет вести прямую трансляцию этого марша, а вы можете присоединиться к акции «Бессмертный полк». Девятого мая в Казани, как и во многих других городах России и мира, пройдет традиционное шествие «Бессмертного полка». Чтобы присоединиться к нему, достаточно прийти с портретом своего родственника, участника войны. Штендеры из пластика можно заказать в рекламных агентствах и типографиях. Но можно изготовить транспарант самостоятельно, как это сделал я. Главное – соблюсти размеры. Большим, самым крупным – фото вашего героя, внизу – фамилия, имя, отчество и воинское звание. Сбор участников «Бессмертного полка» назначен в Казани на 13.00. Шествие начнется в 15. Перед колонной будут нести Знамя Победы. Длина маршрута – 2,5 километра. Стартует шествие здесь, на улице Карла Маркса. Начиная от Аграрного университета и заканчивая улицей Жуковского. Все участники соберутся и пойдут дальше. Вдоль театра оперы, через Ленинский садик, потом по улице Лобачевского до Кремля и площади Тысячелетия. Автомобилистам стоит учесть, что по этим улицам будет ограничено движение транспорта, как и по Ленинской дамбе. Общественный транспорт будет ходить по улице Горького вместо Карла Маркса. Автобусы в центр будут формироваться на Булаке около пирамиды. А вот в сторону Заречья придется пройти пешком по Ленинской дамбе до станции Козья-Слобода. Мы приглашаем всех принять участие в шествии «Бессмертного полка». Сделайте свой транспарант вашего героя и приходите на построение 9 мая. К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне в самом центре Казани, в Кремле, в здании Юнкерского училища, был создан музей-мемориал Великой Победы над фашизмом. В эти дни музей работает в особом режиме. Каком, узнаем у нашего гостя, заведующего музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Михаила Черепанова. Доброе утро. Спасибо. Михаил Валерьевич, мы понимаем, что мероприятия праздничные пройдут не только 9 мая, но еще и до 9 мая. Что проходит интересного? Практически круглый год. Но вот в эти дни, конечно же, мы приготовили всем желающим, во-первых, не только традиционные какие-то формы показа нашей экспозиции, но и, конечно же, разговор о конкретных судьбах наших земляков. У нас есть электронная база данных прямо в музее, на которой можно самостоятельно найти сведения о своих родственниках, в основном, конечно, погибших. Это наш виртуальный сайт, так и называется он, tatfrontu.ru. Его можно в музее посмотреть. И мы предлагаем нашим посетителям кадры, снятые, во-первых, в экспедициях поисковых нашими ребятами. Само собой, фильмы о наших земляках в годы войны, о Девятаеве, о Джалиле, о наших участниках сопротивления французского. То есть это новые фильмы, которых... В общем-то, даже по телевидению не всегда показывают этих фильмов. Короче говоря, мы предлагаем сходить на бессмертный полк с сознанием истории, судьбы и истории, конечно. Многие приходят с детьми, мы предполагаем. Конечно. Как детям донести эту информацию? Какими методами, какими средствами? У нас тоже, как и в школе, всего ничего 45 минут. И вот поэтому мы решили начинать с того вопроса, который в школе, в общем-то, не задается, как правило. А конкретно, если бы мы тогда не победили, вот если бы наши деды и прадеды не дошли до Берлина в 45-м, что бы было с нашей страной, если бы Гитлер
вдруг действительно остался на Волге, вот здесь у нас, в Казани. И вот, как выясняется, в учебниках почему-то об этом не говорится вообще ничего. И дети наши не знают, что такое фашизм, что такое нацизм, какие были планы у Гитлера вообще по отношению к нашему населению. Вот об этом приходится буквально на пальцах за несколько минут объяснять, что у Гитлера уже была возможность не только танками, не только пушками и даже не только самолетными бомбами, но и ракетами разбомбить огромные территории нашей страны. На тысячи километров у него Фау-2 летали уже в 45-м году. И, конечно же, самое страшное, что он нам мог устроить Чернобыль уже в 45-м году. У него был реактивный уран для того, чтобы облучить таким образом все наши города, и не только российские, не только советские, но и, конечно же, всю Европу, и последняя его ракета называлась «Калифорния». Тонкий намек. Но благодаря стараниям миллионов и миллионов наших сограждан, наших союзников... Этого, к счастью, да, не произошло. Да, этого не произошло. Сейчас поисковики работают на фронтах, на многих фронтах. Где работают татарстанские поисковики? И как они пополняют ваш музей, вот в частности? Я напоминаю, что в 81-м году впервые мы, казанские студенты, пошли по следам Мусы Джалиля в новгородские болота, волховские. И, в общем-то, в этих местах работа продолжается до сих пор. Вот только что ребята позвонили, нашли опять там десятки останков солдат, само собой, медальоны нашли, нашли какие-то личные вещи, именные. Иногда даже находим медали с номерами, и по ним уже устанавливаем какую-то судьбу. Но кроме Новгородской области, конечно же, очень большие экспедиции сейчас в Ленинградской, это вот Тоснинский район. Я вожу ребят, школьников, в основном летом, в каникулы, на берег реки Нева. Это Невский пятачок, так называемый. Почему туда? Ну, потому что даже фашисты разбрасывали там листовки на татарском языке, приглашение в плен, то есть знали, с кем воюют. А вообще ребята сейчас еще ездят у нас и в Карелию, Мурманскую, и, конечно же, Волгоград, Сталинград, и в Калужскую область, и в Псковскую область, и даже, вот вы не поверите, на Кавказ, в Крым работают и там. Я вот лично был, например, в Аджимушкае, в каменоломнях. Так что, в принципе, везде, где шли бои, лежат наши земляки, и поэтому там нам очень нужно работать. В том числе и в Белоруссии, где наши погибли 86-я, 18-я стрелковая дивизии. Так что работы у нас еще не початый край. Мы знаем, что 9 мая можно провести с пользой и узнать о своих родственниках, погибших, тех, кто трудился в тылу. Как это сделать? Насколько я понимаю, это в Парке Победы можно сделать. Ну, во-первых, я напоминаю, что Парк Победы работает круглый год с перерывом на понедельник. Поэтому это можно сделать практически каждый день. Но 9 мая особенно, я так понимаю, что повышенный интерес. Поэтому прежде чем пойти на бессмертный полк, нужно вспомнить, что у нас половина не вернувшихся с войны до сих пор не признаны погибшими. Они так и называются пропавшими. То есть как можно увековечить память человека, которого не признали погибшим? Это невозможно. Вот почему мы предлагаем свою помощь, прежде всего, тем семьям, которые не имеют сведений о гибели. И для этого, конечно, мы не копаемся в окопе, это сделать невозможно. Это нужно сделать, конечно, по поисковым сайтам, которые давным-давно, ну, правда, в 21 веке, но уже опубликованы и сделаны Министерством обороны под названием «Объединенная база данных «Мемориал», ОБД-мемориал». И сегодня огромный сайт, он так и называется, «Память народа». И там мы можем, во-первых, дать сведения о месте службы, о месте гибели, ну, хотя бы примерные, срок, дату гибели. Но можем помочь не только тем, у кого погибли, но и тем, у кого вернулись живыми деды и прадеды, но ничего не известно об их наградах, например. Ну вот медаль была, орден был, а за что? То есть вот описание подвига, к сожалению, тоже было засекречено.
до недавнего времени. Ну что, спасибо большое. 9 мая нужно проводить не только в праздновании, да, но еще и со знанием дела, со знанием истории. Добро пожаловать. С наступающим праздником. У нас сейчас небольшая реклама, после чего мы продолжим нашу программу. Доброе утро, и мы приступаем к предсказаниям астрологов. В первую половину дня овны будут очень беспокойны. Поступающая информация будет противоречива, но этот день предназначен для хороших советов. Вы их будете давать и получать одновременно. Вечернее время советуем посвятить собственным интересам. Тельцы, проявив настойчивость, смогут сегодня достичь незаурядных результатов. Решения, которые вы примете, удивят окружающих. Этот день хорошо подходит для новых знакомств. Во второй половине дня постарайтесь избегать перегрузок. У близнецов это будет подходящий день для кардинальных изменений в жизни. Постарайтесь действовать решительно, и вам удастся добиться невероятного успеха. Возможно, в этом вам пригодится упрямство и острый язык. Для раков этот день сложится весьма удачно. В личных отношениях постарайтесь проявлять инициативу, и вам представится шанс назревшие семейные проблемы решить самостоятельно. День хорошо подходит для того, чтобы обдумать важные бизнес-проекты. У львов эмоциональный фон дня будет нестабильным. Ваше настроение сегодня будет часто меняться. Вам будет достаточно пустяка, чтобы вы рассердились, но и любая мелочь может вас очень порадовать. Если рядом с вами будет близкий человек, его настрой передастся вам. Девам сегодня нужно набраться терпения. Порой в этот день вы будете вести себя не сдержанно, даже вызывающе. Финансовая картина сегодня будет неблагоприятна, а значительные расходы напрасными. Поэтому весьма нежелательно делать крупные покупки. Продолжаем программу. Возвращаемся к теме празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Все меньше и меньше среди нас ветеранов той войны, но живы еще их вдовы и дети военных лет. Накануне праздника мы встретились с удивительной женщиной. Она бережно хранит память о той войне и отце, который вернулся с нее с победой. Героиней нашего сюжета стала удивительная женщина, на хрупкие плечи которой выпала очень тяжелая доля. Она родилась незадолго до начала войны. Вспоминает, как всей семьей провожали отца на фронт и как ждали его возвращения. Венера Ахатовна Бекулова была пятой дочерью в семье. Помнит, как тяжело приходилось им, девочкам, в военные годы. Мама постоянно занималась агитационной работой, помогала фронту. Дома работа продолжалась. У них собирались женщины, чтобы шить и вязать вещи для бойцов. «Все для фронта, все для победы». Эти слова, ставшие лозунгом Великой Отечественной, до сих пор звучат в ее голове. Как нас спасла мама, это непонятно. Это просто уму непостижимо. Это храбрые женщины, наши мамы. Это были очистки картофеля. Она эти очистки картофеля, как сестры говорили, что мешала с травами, лебеда там, крапива. Весной возле нашего дома трав не оставалось. Вот после... Мы, наверное, поэтому только и спаслись, что она умеючи могла испечь хлеб. Детства у нас не было. Оно так как-то пролетело, это детство. В голоде, в холоде, в нужде. У детей того времени не было детства, юности, не было практически ничего. Было лишь постоянное чувство голода. Вырасти детей и поставить их на ноги в то время было настоящим подвигом, уверена Венера Ахатовна. День, когда вернулся отец с фронта, она вспоминает с особым трепетом. Ведь тогда она была практически при смерти. Температура выше 40 градусов не спадала несколько дней. Вдруг дверь открывается, я открываю глаза, надо мной наклоняется... чужой дядя, говорит, доченька, я вернулся. Я вот до сих пор не могу это вспомнить без слез. Я вернулся, я умереть тебе не дам. В конце войны отец попал в плен. Этот момент его биографии накладывал пятно на репутацию всей семьи. Им пришлось уехать на Урал. Там, вспоминает Венера Ахатовна, они смогли вдоволь поесть хлеба и селедки. С тех пор к хлебу у нее особенное отношение. Для них, детей войны, он действительно был всему головой. Я прожила столько этапов жизни, и я жива осталась. И у меня столько внуков, дети счастливы. И мы тоже счастливы, глядя, как они смеются, как они живут. Конечно, это счастье. В 1954 году ее отцу Ахату Бекулову были присвоены ордена за оборону Ленинграда за победу в Великой Отечественной войне. В память об отце и матери Венера Ахатовна написала несколько статей в газеты.
Наши дети должны знать, какой ценой нам досталось мирное небо над головой и теплая буханка хлеба, считает она. Ну, конечно, великое счастье, что наши дети не знают ужасов войны, но память о героях, о тех, кто принес победу в наш общий дом, должна жить в потомках. Читайте детям стихи о войне. Они должны знать о подвигах тех, кого коснулась та ужасная война и кому обязаны за мирное небо над головой. И пусть дети сами проникаются благодарностью к своим предкам, читая такие стихи. Слова правдивые вдвойне, есть в речи письменной и устной. Прикосновение к войне почти всегда бывает грустным. Прикосновение к войне почти всегда бывает разным. И даже праздничным вполне, но никогда пустым и праздным. У человека жизнь одна, пока он есть на этом свете. Зачем случается война, безжалостная даже к детям? Не зазвучит уже струна, осколком срезанная с грифа. Зачем случается война? И кто о ней слагает мифы, в которых логика солдата уместнее слез, уместнее стонов, а жизнь людей – товар и плата эпохи фронтовых законов? Зачем случается война? И нас, мечтающих о счастье, вдруг делит время на три части. На тех, кто уцелел в бою, был ранен или искалечен, на недоживших жизнь свою, людей земных, обыкновенных, сугубо штатских и военных. Зачем случается война? Вопрос мой не найдет ответа. Как крик тоскливый из окна, когда локальный конец света приходит в город с высоты большого авианалета. И кроют облаком густым жилую землю самолеты, что перестали там на ней ходить под Богом вездесущим и верить непрерывно дней на жизнь отпущенных живущим. Зачем случается война? Вопрос не старый и не новый. Уже давным-давно полна копилка опыта земного. А человечество мое себе на стыд и удивление все ставит, ставит под ружье очередные поколения, обязанные убивать чужих солдат на поле брани, а право мирно выживать заколото в Троянском храме ахейским мстительным копьем. С тех пор мы горестно умнее, и песни память поем, и снова от побед пьянеем. Зачем случается война? Ну а сейчас краткий анонс самых интересных программ ТНВ, которые мы приготовили для вас сегодня. Каждый найдет для себя что-то интересное и познавательное. Храм села Каймары, он был построен в 18 веке на средства помещика Кудрявцева и простоял на этой земле почти 300 лет. Ему нет равных в республике по исторической и архитектурной ценности. Путь сегодня в 13:00. Поэт, журналист, герой. Он отдал всего себя творчеству и родине. И погиб, защищая ее, непокоренный и не сломленный. Муса Джалиль, рыцарь вечности, сегодня в 13:15. Для подкрепления партизанского отряда Миронова, нашего отряда, должны прибыть десантники. Их около 70 человек, летят тремя машинами. Фильм с трудной судьбой. В нем должен был сняться Владимир Высоцкий, но не смог из-за нехватки свободного времени. Его должен был снимать Андрей Тарковский, но тоже отказался. В основе сюжета работа разведчиков во главе с капитаном Мигунько. По неожиданному стечению обстоятельств разведгруппа захватывает машину с сотрудниками диверсионной школы. Один из них, немец, гибнет, а второй предатель Двигубский из страха за свою жизнь соглашается выдать советского разведчика за убитого немецкого офицера. Один шанс из тысячи сегодня в 21:00 на ТНВ.
Продолжаем программу. Одно из самых главных правил на дороге – будьте внимательны. Вред вам и вашему автомобилю может нанести не только другой участник движения, но и разбитая дорога. Состояние дорог, несмотря на все усилия дорожных служб, зачастую все еще далеко от идеального. Особенно весной, когда тут и там образуются ямы, коварные, глубокие, которые спрятались под лужами и могут нанести серьезный ущерб автомобилю. Что делать, если ваш железный конь попал в такую яму? Кто ответит за причиненный ущерб? Каков порядок ваших действий? Узнаем у эксперта. Здравствуйте, Руслан Эмильевич. Доброе утро. Мы продолжаем разбираться с юридическими тонкостями нашей жизни. Ситуация неприятная, но от нее никто не застрахован. Итак, мы попадаем колесом в яму, машина повреждена, ремонт обойдется в копеечку. Как юридически правильно добиться компенсации? Если вы движетесь, не нарушая скоростной режим, и попадаете в яму глубиной более 5 сантиметров, яма не ограждена соответствующими аварийными знаками о том, что на поверхности имеются неровности. В данном случае вы имеете право на возмещение причиненного ущерба в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации. В данном случае вред причиняется вашему транспортному средству из-за недобросовестного исполнения обязанностей по содержанию дорог обслуживающей организации. Ответственными лицами являются организации, обслуживающие данные дороги, и владельцы дорог. Для того, чтобы возместить вред, причиненный в результате ДТП, необходимо после попадания в яму первое включить аварийный сигнал, выставить аварийный знак. Второе. Необходимо позвонить сотрудникам ГИБДД, объяснить ситуацию. Третье. Сфотографировать место ДТП, крупным планом сфотографировать яму и поврежденное колесо или детали машины. Также по возможности необходимо привлечь свидетелей. После приезда сотрудников ГИБДД составляется протокол, в котором описываются подробности ДТП. В случае составления схемы также необходимо указать размеры ямы. Далее. После необходимо обратиться в районный отдел ГИБДД, где было ДТП, получить определение об отказе возбуждения административного дела. Далее необходимо определить размер причиненного ущерба. Необходимо обратиться в экспертную организацию для получения заключения независимого эксперта. После получения данного заключения необходимо обратиться с претензией к виновнику. В случае игнорирования данной претензии вам необходимо обратиться в суд. Исходя из вашей практики, практики коллег, насколько успешными для автомобилистов бывают такие судебные тяжбы? Исходя из нашей практики, при соблюдении полной процедуры составления протокола довольно успешно разрешаются в судах такие дела. Например, из где-то 10-8 дел выигрываем. Ну что ж, спасибо. Желаем никому не попадать в такие неприятные ситуации, но если что, мы знаем, что делать. Ну еще один как вариант, чтобы вот не было луж на дороге, потому что впереди у нас, вернее, не впереди, а уже идет весна, хорошая погода, поэтому будем надеяться, что автомобилисты хотя бы этим себя как-то подстрахуют. Будем надеяться, что будет сухо и тепло, потому что когда сухо и тепло, нет луж, и видно ямы, если они есть, ну и дорожные службы быстрее работают. Как у нас дела с погодой обстоят, сейчас нам расскажет наш коллега Даниэр Кинджаев. Даниэр, привет! Где ты сегодня? Привет, ребят, привет! Всем здрасте, доброе утро! Я продолжаю вам рассказывать о погоде в Казани здесь и сейчас. Но для начала я хочу рассказать вам пару интересных народных примет, которые связаны именно с этим днем. Итак, давайте начнем. Сегодня 8 мая, и этот день в старину называли Макаров. А связано это было с тем, что именно 8 мая огромное количество певчих птиц возвращается в теплые края. Но не только это, ведь с 8 мая связано очень много народных примет. Одна из них гласит, что в этот день распускаются почки у вишни и у груши.
А, еще и у осины. Так вот, если у вас есть дача, то советую сегодня собрать все свои вещи, уехать на дачу и проверить эту народную примету. А я хочу вам лишь рассказать о погоде в Казани. Сегодня температура воздуха днем составит аж 20 градусов с отметкой плюс, вечером будет плюс 13. Целый день будет переменная облачность, но преимущественно будет солнечно. А у меня на этом все. Всем отличного настроения, друзья. Грейте себя и своих близких. Пока-пока, ребят. Спасибо, Даниёра. Как я люблю Даниёру за такие замечательные новости. Более того, надеемся, что и завтра будет такая же отличная погода. И воспользуемся его советом. Вечером соберем вещи и... На дачу. Ну, не мы. Да, хорошо. Сейчас небольшая реклама. Мы с тобой не на дачу, а на рекламу отправляемся. После этого продолжим нашу программу. И снова здравствуйте. Мы продолжаем нашу программу блоком медицинских советов. Один из самых сложных и гармонично слаженных механизмов, состоящий из костей, мышц и сухожилий в человеческом организме, это стопа. И заболевания стопы, главным образом плоскостопие, влияют не только на осанку, но и на общее состояние людей. Плоскостопием страдают до половины населения Земли. Женщины подвержены этому заболеванию в 4 раза больше, чем мужчины. В 3% случаев его обнаруживают у новорожденных. К 2 годам уже у четверти детей есть этот недуг. Есть ли методы лечения и профилактики плоскостопия, узнаем прямо сейчас. Идеальная стопа во все времена считалась признаком красоты и здоровья. Но не всегда она выглядит вот так. Зачастую при росте ребенка возникают различные искривления. Плоская стопа, поперечное плоскостопие, косолапость. Патология стопы бывает врожденная, бывает приобретенная. Снижается качество жизни человека. Повышенная утомляемость, ощущения неприятные, дискомфорт во время движения. Во время бега, занятий гимнастикой, спортом. Патология стопы зависит от мышечно-связочного аппарата мышц стопы и связок, которые образуют конгломерат голеностопного сустава. То есть, тренируя и воздействуя на мышечно-связочный аппарат, мы предотвратим дальнейшее сползание мышц стопы в плоское положение. Правда, чаще всего исправить плоскостопие удается лишь в детстве. Но и взрослые могут предотвратить ухудшение болезни стоп, ежедневно тренируя их. Делаем горизонтальное движение с целью раздражения мышечно-связочного аппарата плантарной поверхности стопы. Делать такие движения нужно медленно, а затем ускорять темп и снова замедлять. Заменить специальный тренажер можно даже обычной палкой. Упражнение 2. То же самое можно делать и одной ногой, вот с таким тренажером. Упражнение 3. Особенно эффективны занятия на специальном балансире. Все мышцы тела, скульптура тела получается, все движение идет. Плечевой пояс, грудной отдел позвоночника, тазовая область, область сустава коленных, голеностопные суставы, стопы, все работает. Постоянные тренировки расслабят мышцы ваших стоп и постепенно начнут нивелировать пагубные последствия плоскостопия. А теперь поговорим о холоде. Не пугайтесь, мы... Нет, мы не прогнозируем возвращение морозов. Весна пришла и вряд ли сдаст свои позиции. Поговорим ой-ой-ой. Поговорим о живительном, оживительных холодах, о здоровительном холоде. Да. Человечество давно заметило, что холод в разумных дозах оказывает благотворное воздействие на организм в целом. О лечении холодом упоминается в сочинении Гиппократа, Галена, Авиценны и других врачей древности. История человечества содержит множество примеров использования холодной воды и льда для продления красоты. Ну, тогда не было просто отопления. Активного долголетия. Фельдмаршал Суворов каждый день обливался холодной водой, а Екатерина II обтирала льдом лицо. Сейчас в лечении холодом наряду с этим используются современные достижения техники. Например, криосауны. Есть и такие. Косметология и медицина продолжают совершенствоваться и предлагают все более современные методы для оздоровления и омоложения организма. Среди новых, но уже полюбившихся способов омоложения и лечения организма есть и воздействие холодом – криосауна. Криосауна – это процедура, при которой идет общее воздействие на организм криогенным газом, при котором используется азот. Процесс воздействия холода на организм способствует обновлению и омоложению не только кожного покрова, но и внутренних органов человека. Показанием для данной процедуры являются заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания с нарушением обмена веществ,
заболевания, нарушения нервной системы. Мощное кратковременное охлаждение кожного покрова активизирует кровообращение и ускоряет обменные процессы в организме. Противопоказаниями для данной процедуры являются заболевания эндокринной системы, онкологические состояния. Продолжительность 3 минуты. За один сеанс криосауны можно избавиться от 1000 килокалорий. После посещения вы сразу почувствуете, что у вас кожа стала упругой, подтянутой, омолаживающий эффект вы увидите через пару процедур. 2-3 процедуры достаточно для того, чтобы увидеть результат. Процедура возрастных ограничений не имеет. Криосауна – это не только хорошее и эффективное оздоровление организма, но и омоложение всего кожного покрова. Это придает бодрость духа, дарит прекрасное настроение. Берегите себя и будьте здоровы! Мне кажется, однажды Даниил Кинжаев после информации про 197 градусов однажды нам скажет: «Друзья, а сегодня минус 197». И мы такие: грустно. Ладно, сейчас мы приглашаем к телеэкранам домохозяек, всех, кто мечтает разнообразить меню своих домочадцев. Путешественники со стажем знают, что гавайская кухня – это фантастическое разнообразие вкусов. Она сумела соединить в себе лучшее из того, что есть в современной тихоокеанской и американской кухнях, сохранить мексиканские, японские, китайские традиции в приготовлении многих блюд. Попробуйте приготовить роллы по-гавайски, и вы убедитесь в этом тоже. Для приготовления роллов по-гавайски вам понадобится 1 куриная грудка, 100 граммов ветчины, 2 лепешки тортильи, 100 граммов консервированных ананасов, 1 сладкий перец, 4 столовые ложки томатной пасты, 10 граммов моцареллы, можно в твердом виде, 2 столовые ложки оливкового масла, соль, орегано в сушеном виде, халапеньо по вкусу. Куриную грудку посолите и приправьте орегано. Сбрызните маслом. Пожарьте или запеките в духовке. Подготовьте начинку. Ветчину и болгарский перец нарежьте соломкой. Кольца ананаса кубиками, халапеньо очистите от семян и также нарежьте соломкой. Готовую куриную грудку нарежьте на небольшие кусочки. Тортильи смажьте томатным соком и выложите на них начинку. Сверните в плотные роллы и еще раз обжарьте на сковороде гриль. Приятного аппетита! Итак, завтра казанцев ждет обширная праздничная программа. Будут работать десятки площадок во всех районах города. Но главной среди них будет площадь Тысячелетия, где с утра пройдет парад войск казанского гарнизона, а затем практически нон-стопом будет идти концертная программа, в которой будет задействовано до 2000 артистов. Грандиозным финалом этой программы станет проект «Поющая Казань», когда все пришедшие вместе с артистами будут исполнять любимые песни военных лет. Вдохновитель этого проекта – руководитель камерного хора Республики Татарстан Милюша Таминдарова. Сегодня у нас в гостях. Доброе утро. Доброе. Милюша Амировна, ну, сегодня 8 мая, мы предполагаем, что все готово, все отрепетировано. Что будет завтра звучать? Немножко раскройте секрет, скажем так, репертуар. Я думаю, что новостью этого, в принципе, это мы закладываем сейчас традиции, которые, я надеюсь, будет продолжаться из года в год. Всегда за час до салюта мы будем собираться на одну из многочисленных площадей нашего чудесного города и обязательно будем петь. Будем петь с народом, будем петь, потому что наша республика самая певучая в мире, я точно берусь это доказать. И мне кажется, что вот это настолько сильная общность вот этого главного на сегодняшний день праздника. Согласитесь, что 9 мая все-таки, ну, для меня лично это главный праздник. Я дочь фронтовиков, у меня и папа, и мама воевали, и я какое-то все время испытываю обязательно чувство высокого долга, что я что-то должна в эти дни сделать такое, чтобы увековечить вот эту память этих чудесных людей. И вот если мы заложим эту традицию, я точно знаю, что наши дети никогда не вырастут плохими людьми. Если они будут со своими родителями петь и помнить эти песни, то это обязательно в веках
мы служим какую-то высокую традицию патриотическую. Вот это и есть патриотизм, понимаете, сам таком законсервированном смысле этого слова. Завтрашний день будет знаменателен тем, что наряду с мастерами, уже известными людьми и любимыми татарской и казанской публикой будут петь совсем неискушенные артисты. Я в большом концертном зале, по-моему, была здесь уже и анонсировала этот проект, и ребята здесь даже пели. Самодеятельность. В социальных сетях я сделала обращение, в результате которого пришли люди с улицы. Это совсем не искушенные, это продавцы рыбных магазинов, это демобилизованные солдаты, которые пели с государственным камерным хором и с оркестром Сфорцанда и оркестром гарнизона военного училища. И они блистательный концерт дали, просто на ура, это стоя публика. Вы не представляете, какой это был резонанс, полный народ большого концертного зала, аншлаг. И вот на площади некоторые, самые удачные из них, они будут петь вот с этими высокими профессионалами. И у каждого казанца, и у каждого приезжего нашего гостя будет возможность спеть вместе с нами, с тысячным хором, который заполняют наши студенты. Это не профессиональные певцы. И государственный камерный хор, я горжусь тем, что он как-то в авангарде этого движения и был, собственно, инициатором. Я так думаю, что вот какие-то высокие творческие мечты, вот у меня это была мечта. Я вот всю жизнь себя видела, я думаю, что же я в жизни в своей творческой хочу. Вот хочу быть с народом. Вы знаете, представляете? Музыка объединяет. Да, абсолютно. Как вы думаете, вот военные песни популярны не только среди людей взрослых, но и среди молодежи, это правда. Почему так? Как так получается? Вы знаете, сегодня вот... извините, можно я раскрою секрет? Меня конечно, мы здесь для этого собрались. Нет, он не творческий. Меня сейчас причесывала ваша девушка, гример. И у нее на футболке, знаете, вот... символ победы. Я просто была потрясена. Это сейчас, как молодежь говорит, это в тренде. Да. Потому что в тренде быть порядочным человеком, помнить свою историю и быть не Иваном, не помнящим родства. Вот быть Иваном, помнящим это родство и помнящим и сохраняющим свои традиции. Мне кажется, что это модно. А главное, мне нравится, что это сейчас неофициальный процесс какой-то. Он неформальный процесс. Вот эти георгиевские ленточки, вот это все я вижу с каким азартом. То есть это не обязаловка, скажем да. так? Да. Это идет понимаете, действительно как раньше, вот, по велению души. Да, сейчас сводный хор, нас да. всех там собирали, мы 5 часов ждали, мы мучились. Сейчас это не мучительный процесс. Это сейчас все-таки люди как-то идут, мне кажется, по велению сердца. Во всяком случае, когда мы первый раз делали этот проект, это было 3 года назад, одна из высоких чиновниц, она мне сказала... Милеуша Амировна, какое счастье! Я дома около телевизора включила, и застегнула пела. Халат дома на все пуговицы и спела от начала до конца все песни с вами. Вы понимаете, вот это дорого стоит. А теперь вот нужно призвать не дома застегнула да. халат, не надо застегнуть, да. а вышла, площадь. Да. Надо вышла идти на площадь. К людям и надо к людям, надо вот с вами. Это. Самое сладостное это чувство, это когда хор народа. Многотысячное. Вы знаете, это такая энергия, это такая правда, это такая, это такие минуты, которые вы никогда ни с кем не переживете, это точно. Так, завтра праздничный день, одна из частей этого праздника «Поющая Казань». С 9 часов до 10. Всегда это вечера. Час. Вечера. Да, 21 час. Да, 21. До 22. Поем День Победы, и это завершается сокрушительным салютом. Все, все. Грандиозно. Мы будем там. Да. В любом случае мы будем там. Все встречаемся на площади тысячелетия. 21 час. Запомнили, поставили будильник. После войны. Спасибо большое, вам удачного дня. Мы да. продолжим нашу программу. Сейчас у нас Камила Хакимуллина, которая представит нам анонс дня завтрашнего. Потому что завтра будет... много мероприятий. Да, очень обширная программа. Внимание. Всем привет! Сегодня 8 мая и с вами, как всегда, Камила Хакимуллина. Сейчас вы узнаете, какие интересные мероприятия вы сможете посетить завтра в День Победы.
В 10 часов на площади Тысячелетия торжественным маршем пройдут войска Казанского гарнизона и спецподразделений. До этого зрители увидят театрализованный пролог. С 10 утра до 8 вечера в Парке Победы вас ждут народные гуляния. В 12.00 здесь начнется гала-концерт детского фестиваля «Фанфары Победы». В 16.00 большой праздничный концерт. В 17 часов на Советской площади выступит городской женский джаз-оркестр «Фантазия». Он исполнит песни военных лет. В 15 часов стартует шествие «Бессмертного полка». По завершении акции на площади Тысячелетия начнется концерт «Поющая Казань». Праздничная программа продолжится до 22.00 и завершится фейерверком на акватории Казанки. Рассказ о самых интересных событиях ждет вас каждый день в нашей рубрике. Всего вам доброго и отличного праздника. Пока-пока. Завершаем предсказания астрологов на сегодняшний день. Итак, у весов хороший прогноз. Вы сможете одержать победу. Подумайте о том, что не все трудности вам нужно преодолевать самостоятельно, что у вас есть хорошие друзья и союзники, которые всегда готовы прийти вам на помощь. У скорпионов этот день будет очень интересным, но окружающие вряд ли помогут вам в вашей бурной деятельности. В середине дня вы почувствуете себя очень дискомфортно. Ваше настроение заметно ухудшится, если вы вовремя не примете меры. У стрельцов день будет очень напряженный и сложный. Прислушивайтесь к своей интуиции, только она подскажет вам точно, когда и как следует действовать. Постарайтесь найти себе дело, которое вас очень заинтересует. У козерогов все будет зависеть от того, насколько правильно будет выбрана линия поведения. Масса мелких недоразумений к концу этого дня сменится ссорами, но серьезного конфликта не получится. Этот день будет благоприятным, неблагоприятным для общения с друзьями. Для вечернего отдыха и лечебно-профилактических процедур лучше выбрать баню или сауну, или криосауну. Этот день для водолеев будет проходить не слишком удачно, но закончится довольно-таки неплохо. Сколько бы проблем у вас в первой половине этого дня не получилось, постарайтесь не сдаваться. И вы получите отличный результат, к которому давно стремитесь. Ну и, наконец, рыбы. Вам сегодня предстоит подтверждать свои слова делами и реальными достижениями. Для вас это не будет большой проблемой. Не стоит тратить время впустую. Постарайтесь справиться с ленью. Тогда вы успеете сделать многое. Все с гороскопом на сегодня. Наша программа подходит к концу. Завтра, 9 мая, мы всех приглашаем в парке, скверы, на улице нашего города. Завтра пройдет масса мероприятий во всех точках города, поэтому приходите, встретим этот замечательный праздник вместе. С наступающим! Если не получится прийти, тогда ТНВ будет освещать все по прямом максимуму. Эфире. Да. Всем хорошего дня и с наступающим праздником еще раз. Удачи! Пока-пока.